хочу особо отметить, поверьте, по всей России идут выборы. Второе воскресенье сентября. Да, это неудобно, да, это день танкиста, да, это все собирают в этот день урожаи на дачах. Общаюсь с избирательными комиссиями многих областей. Все люди профессионалы. Но я особо хочу отметить вот Сергея Юрьевича Костенко, Александра Машкова, Николая Климова, которые своими профессиональными советами и консультациями помогают вот именно в том, что когда предоставляют списки, там минимум нарушений со стороны партийцев, консультируют не только партию «Пенсионеров за справедливость», и партию «Яблоко», и «Родину», и ту же «Единую Россию», и коммунистов, и ЛДПР. Поэтому вот им большое спасибо за вот те консультации, которые они дают, и люди на своем месте находятся. И только одна партия ругает власть, ругает нашу избирательную комиссию.